вот эти именно грязные слова, вы мне хотите сказать, что вы заступники такой территории, и что Анька вообще суперская? Серьезно? А в чем ваша Анька суперская-то? В чем? То, что я всю дорогу с ней ругалась, то, что она трогает детей, а я всю дорогу с ней ругалась. Я говорю, Аня, не трогай, блядь, детей. Никогда не смей трогать детей. Ладно. Да? Вам это нравится? Вам нравятся вот эти пожелания смерти, блядь, вашим родителям, вашим детям? Да? Или что? Что вам нравится в этой Ане? Ничего понять не могу. Добренькая, что ли? Добренькая, веселенькая? А? Привет, Сашка, привет. Привет, девушка, привет. Нельзя себе такое позволять. Что бы ни сложилось, кто бы тебе чего ни сказал, никогда нельзя желать смерти ни матерям, тем более ни детям. Это никому не позволено. Никому. Тем более, знаете, я вам хочу открыть маленький секрет. Есть ведьмская тайна, да, такая. Ведьмское табу. Мы не трогаем детей. Ни в коем случае, ни в коем разе. Кто трогает детей, тот хуйня из-под коня. Это 100%. Тут не чтит этот кодекс. Это правда. Поэтому... Мэджик, я тебе в открытую заявляю, как бы ты ни орала, что я хуйня из-под коня, это ты хуйня из-под коня. Вот ты хуйня из-под коня, блядь. И ты об этом знаешь. Ты-то, сука, ебать, блядь, школу английскую открываешь, да, в этом же, блядь, в этом классе, блядь, сука, открываешь, блядь, свои, блядь, магические услуги. Тут у нас звездочет, тут у нас пиздочет, блядь. Тебя шарохает, сука, не по-детски, блядь. Я тебе даю вызов, сука, блядь. Лично тебе, блядь. Докажи, что я хуйня. Я тебе вызов кидаю. Прям перчатку в морду, нахуй. В твою харю, блядь, кидаю, нахуй. Делаем батл, открытый батл. Да? Где пишут незнакомые люди, что у них будет. Описываем ситуацию, что сейчас происходит. Да, Анютка? Ну, так, на минутку. А ты знаешь, ты хуета, блядь. Да? Если б ты знала, что ты не хуй не предлагала. Да? Блядь, я... Бешено, я не бешено. Я очень даже спокойно. Потом она еще будет говорить, что ее лбами с тобой все, как всегда. А ты че мне скинула эту?
Господи, я не ту скинула. Сейчас, подождите, я найду. Куда едем? Да никуда мы уже не едем. Приехали.